Чемпіони Європи, французи Наталі Пшала і Фабіан Бурза вперше в нинішньому сезоні виходять на льот етапу Гран-прі. І зараз будуть питатися боротися зі своїми партнерами і суперниками по групі Анжеліки Крилової і Паскуале Камерленго. В прошлом сезоне с невероятным скрипом, но добрались такие французы, наконец-то, впервые в своей карьере, до пьедестала чемпионата мира, который проходил у них на родине в Ницце. Многие думали, что им пришла пора завершать карьеру. Спортсмены считают иначе. Посмотрим, как они будут реализовывать свой потенциал в нынешнем сезоне. Такие яркие, игривые программы данному дуэту очень идут. Все мы помним их клоунов. Ну и сегодня тоже Натали Пшала и Фабиан Бурза, как мне кажется, выложились 100%. Постригся в межсезонье. Фабиан сделал себе более короткую прическу. Выбраны были спортсменами мелодии Жака Оффенбаха и Ива Монтана для своей короткой программы. Ну что, накатали или нет французы на победу? Не буду ничего говорить, не буду утверждать. Во всяком случае, все равно решение остается за судьями. Но учитывая, что Натали и Фабиан выступали последними, и то, что таких особо заметных срывов у них не было, как мне кажется, судьи могут отдать им первую строчку. Впрочем, мы сами видим, что сами спортсмены не очень довольны после окончания выступления. Ну и, как мне показалось, в самом-самом начале на серии призов было небольшое расхождение. Фабиан оказался чуть-чуть быстрее партнерши. Но, впрочем, не думаю, что это должно сказаться на итоговых оценках. Впрочем, обращу ваше внимание еще и на такой факт, слегка отвлекусь от выступления французов, что второй оценкой Боброва Соловьев опередили Кейтлин Уиберг и Энн
Андрю Поже, пусть не намного, пусть на какие-то 0,04 балла, но сам факт, что компоненты у наших повыше, чем у канадцев. Проиграли первый, но, впрочем, проиграли совсем не критично, так что в произвольном танце ожидается очень серьезная борьба. Не будем забывать, что канадцев третье место не устраивает, в таком случае они почти гарантированно пролетают мимо сочинского финала. Удавалось как-то распределять места, и удается по-прежнему Марине Зуевой распределять даже не места, а сочетать себе две сильнейшие пары планеты в танцах, которые конкурировали только на льду, но сохраняли хорошие человеческие отношения. Как-то будет у Фабиана, у Пешала Бурза и Вивер Пуже в группе Анжелики Крыловой и Пускали Камерлен. Интересно. 69-15, очень высокие оценки. Спортсмены, разумеется, выходят на первое место, но это было ожидаемо. Что же они опять по-прежнему готовы бороться за самые высокие места?